Да. Все. То есть твоя целевая аудитория, я думаю. Тільки він більше двох хвилин без живлення не працює. Боже, мені прийшло стіна цікава. Це ще багато не знаю. Давай тоді, тепер зрозуміло, що ти повністю до кого ти знаходишся. Вот проблема заключается еще. Приходит какой-то документ, который надо проверить. Или этот документ надо написать. Юрист. Обычно. Или не важно. Это абсолютно не имеет значения. Просто нужно написать или проверить документ. Человек на это затрачивает времени. От этого, за то, что это как раз таки уйма времени. Он расстраивается, теряет концентрацию. Как вам проект 7? А теряет концентрацию, равно совершает ошибки. Совершил ошибки, вот этот документ вернули. Человек потерял или его организацию, или его клиент. Деньги, время. И в зависимости от величины ошибки, либо процесс повторяется заново, либо тот, кто ту жилку совершил, или другое ответственное лицо садится в тюрьму. Тобто, якщо коротко, проблема в тому, що люди втрачають концентрацію при великих об'ємах роботи, і внаслідок цього втрачаються гроші. Чи ні? Ні, деньги, время, свобода. Гроші, да, свобода. Окей. Дивись, просто я зайшов голову на слайді, ти приблизно так і намалював, як інфографію, так? Окей. Добре, давай далі. Вот. Решение, которое мы предлагаем, это автоматизировать рутинные процессы. Обработки юридических документов. Меньше слов, больше, потому что контекст уже есть. Значит, и идет слайдами пример того, что конкретно мы предлагаем. То есть фактически электронная база законодательства, которая автоматически находит ссылки к законодательным нормам, показывает по клику прямо в тексте, что скрывается за ними, сигнализирует, если допущена грубая ошибка. Например, это слайд, кроме ее не существует. Ага, все ясно. Тобто це такий профрід цього всього документа, ну, направленість, відносно. Окей, тут. А Ліга Закон таких якихось штук не дає? Ну, это информационный портал. Ну, мы к этому еще подойдем. Окей. Окей, и следующее такое. Вот слайд – это именно про написание, автоподбор, окончание в тексте. Okay. Хорошо, ну, соответственно, это сразу время, количество прогулок. И все сейчас. После этого идет предзаписанное видео того функционала, что у нас уже есть. А ты покажи. У нас есть, да, такая штука у вас взагалі? Ну, чтобы понятно было сразу. И как раз проверим, понятно ли человеку, который не юрист. Ну, типа видео. Раскрывается документ. Вот такие посмотрели. Судебное решение. Такое на 4 страницы. Немножко подрастроились, то, что мы его открыли. Решили запустить программу. Она обработала документ на предмет законодательства. Посмотрим по клику. По клику. Вывел такую панель. Текст, который скрывается за ним. Причем если вот здесь есть часть 1. Если это часть 1, то вывел именно часть 1, а не всю статью, потому что там может 3 экрана занять. Прикольно, вот для гостей. 468, 468. Тобто це розширення для Chrome, да? Для Word. Для Word, да? О, прикольно, надбудова така. Круто. Демо отлично. Відео, да, запишу? Да. В качестве получше запишем, да, потому что там область. Ну, поменялось еще в Википедии. Алексей предлагает
Надо рисовать поверх этого, это еще дизайнеру скидывать надо будет. Значит, Алексей предлагает на два показать слева. Ну, там в Word есть настройка именно нативно, который работает с Википедией. Показать, что работает с вот этой нашей, еще больше, чем с Я не знаю, хочешь там дальше брухом было Википедия, да? Нет, тут можно стационар, то есть оно видно, все знают, все же сразу поймут, о, блин, я же понимаю, я знаю, как это. А тут пойдет видео. Ага, окей, ну, давайте спробовать. Я просто думаю, если посмотреть, что как оно там разобрать, можно будет или нет на экране, если оно меньше станет. Просто ассоциации, если возникнут, то, наверное, если ассоциации с Википедией, то желательно, чтобы это был скроллинг. Вы понимаете, Википедия, скроллинг, нет, у вас не возникает таких ассоциаций. У мене виникає асоціація, що дивіться, якщо буде два екрани, це не дуже класно сприймається, бо знаєте, на одному і на іншому картинку. Це ще все. Я просто не сприймаю як цельну картину. Як ціна, да? Давайте просто ні. Можна просто, якщо б ви дали два таски, ну, наприклад, одній людині там. Зробити профрід на Вікіпедії, зробити профрід через цю штуку, да, і ви б тут час засікли, там знизу був час, да, і там видно, що один чувак там робить через вас, і він пройшовся на 4 сторінки документу за 2 хвилини, а той пройшовся за, не знаю, 20 хвилин. Оце взагалі було б, знаєте, як тайт і там якийсь інший порошок. У вас би взагалі було б супер. Ну, це можна відео зняти. Да. Ну, подумайте над цим, як оце, що порівняти. Значит, после этого мы переходим к аудитории. Аудитория — это у нас судьи, нотариусы, адвокаты, ФОПы и юрфирмы плюс юридические отделы компании. Достаточно разнородные. К ним прикладывается количество людей или сущностей и оценочный объем. Вот. И несколько небольшое замечание, что вот как раз суды у нас идут социальным направлением, которым мы предоставляем без. Значит, после этого сравнение с конкуренцией. Не табличку давайте, давайте просто чем вы краще. Да? Скажите, кто конкурент, дайте скажите, чем краще. Табличка дуже буде важко. Ну, от у ваших колег, наприклад, що ця табличка. С этим что будем думать? Так а что здесь ты кого-то хотел показать? Собственно говоря, это как-то... хотя, ладно. Ну, типа Лига, Apex, бумажный кодекс и Cypher Corner. Ну покажи. Ну не знаю, логотипы, скрины, что угодно, и расскажи, зачем нужно вопрос, а зачем нам вообще конкуренты показать? Чтобы вы, чтоб ваши инвесторы, або люди, які вас слухають, розуміли, що ви орієнтуєтесь в ринку. Да, і бо деякі люди кажуть, у нас немає конкурентів, бо ми ж такі ідеальні, єдині, ми справді у вас є конкуренти 100%. І плюс на конкурентах ще, я не знаю, ви ринок показували чи ні, взагалі ринок. Ну, ринок – це ось тут? Ні. Или что-нибудь тут це ваша target audience, пам'ятаєте? Ви проходили взагалі, ну, по тій презентації, ну, да, що ми показували, там є target audience, це одне, це ось ваш audience. Це те, кому ви продаєте, фактично, цей продукт, ваші користувачі. Точніше, ваші користувачі і ті, кому ви продаєте, це може бути різними взагалі аудієнці. Може користуватися кінцевий якийсь клієнт, але купить це суд або купить це якесь міністерство. Ну, тобто різні. Компетітор – це у вас ось тут, але маркету у вас немає. Скільки грошей взагалі є на цьому ринку, скільки будеться. Бо ви тут кажете, що ви будете продавати, да? А я не розумію, який об'єм ринку ви взагалі хочете. Ні, ну от об'єм ринку по категоріям. А, ви хочете по категоріях підбити? От це от строка якраз йде по категоріям об'єм ринку. Окей, тільки давайте загальну цифру. Ви там порахували і загальну цифру. Это имеется в виду уже, насколько я помню, как объяснили, что это, ну, здесь показать, например, рынок общий и какую долю мы хотим, да, взять. Да. Может быть, просто две цифры? Можно и так. Или взять только крупную. Ну тут просто в этом слайде сейчас есть target audience. Это одна, одне, как носи информации, частина информации. Есть еще, от, власне, рынок объем. У вашій голові має бути ці два абсолютно різні. Так, воно залежить, але ринок – це одне, бо це в грошах вирізняється, а це в ваших потребах кожної аудиторії. Просто можна, як говорили, що якщо ми
можем в одном слайде, что, например, 20 тысяч частных юристов, 10 тысяч корпоративов и там 100 тысяч банковских юристов, это вот эта аудитория, которая будет пользоваться. И общий объем там 500 миллионов, а наш... Да. Вот это оно не в масштабе, на самом деле, по факту. Вот сюда можно как раз линию какой-нибудь червь кинуть и условно цифру купить. Вы можете сказати, сюда. Що така кількість людей, стрілочка там за раду, такий то ринок долар. Якось так. Або в гривні. Краще в доларах. По курсу на дивах. Компетитори з'ясували, так? Бізнес-модель. Бізнес-модель. Ежегодная подписка. Subscription fee і ще ще. І кастомізація фото. Супер, це покажете далі, що ви можете. Дальше етапи, ті, які там вже були. Майлстоуни, так. І так. Що буде? Супер. Такі історії. На чому ви будете концентруватися? Будемо концентруватися на... Ого, так це вже давно, типу, чи що? Ну, это 2015, не 13. А я думаю, 91-й господи, 91-й почали, думаю, ого, старички. Такі молоді, да, хорошо сохранились всі. Окей, да, гуд, гуд. Це такий ромав, і що далі ви плануєте теж, да, там буде? Да, ну, то есть, допустим, перше, що показує, це, ну, із будущого, що смотрю. Это 22 апреля, 8-я конференция для Евроконсульта, которая нам выделено время для презентации. И где-то здесь показываем коммерческую, так, enterprise-версию продукта. То есть go-to-market стратегия, которую вы хотите сюда. Ну давайте попробуем, потом поймем, что из этого выйдет. И, ну, так, окей, команда, шоу, команда. Команда, каждый черно-белые фоточки, имя фамилия, описание того, чем занимается. Компетенции. Давайте опис компетенции. Добре? Ну, досвід це компетенция. Супер. Адвайзеры, вы им вирішили виділити цілий слайд? Да, то, что там сюда они не влазят. Поэтому... Зачем они участвовали? Да, зачем им целый слайд? Потому что Верховная Рада, которая адвайзер. Если бы там их не было... Верховная Рада адвайзер? Ну да, потому что там как раз еще... Открытый да, Сергей Щербаков, с которым мы там работаем, только благодаря ему. У нас, собственно говоря, есть копия базы Верховной Рады. Тому вы можете реально, там, как и ваши коллеги, снимали, або это на первом слайде здесь написали, або логотип, ну, логотип у меня нормально. Ну, что тут? Что ты рассказываешь? Все сайты только тебя маленькие. Есть конкретный Сергей Щербаков, который чиф консультант. І така, чиф консультант. О, привіт, привіт. Окей. А йдемо саме так, ти кажеш. Що, треба окремий слайд? Я думаю, ти, якщо чесно, не мало часу. Я взагалі взяла адвайзера. Ви можете взяти адвайзера, поставити в свої... От знаєте, у вас адвайзер зможуть вплинути ноу-хау і оцей, знаєте, слайд. Якщо у вас... Ну, вопрос совет. Ну, если адвайзер, ну, смотри, у нас кейс, вопрос. Адвайзеры, хотят адвайзеров, вы вынести в отдельный слайд. Потому что адвайзер — это человек, благодаря которому открыли данные, это чиф. Это чиф консультант. Ну, сейчас Сергей Щербаков. Одного человека в отдельный слайд? Нет, не одного человека. Но есть Верховная Рада, есть от Microsoft, занимается. Да ради бога, это же займет 10 секунд. Пусть будет очень. Ну, типа, это не. Ну, это типа благодарности, кому вы выражаете. Ну да, это уже вопрос. А вот здесь нельзя на первом слайде, что это Верховная Рада.
это говорит как партнер. Можно. Просто можно говорить, что это как адвайзер, можно говорить, что это благодарность, а можно говорить, что это типа при поддержке. Соус ризм. Да. А с другой стороны, это их функция. То есть как. Ну да. Но для американцев и для европейцев это непонятно. Они говорят, ну что, это их функции. Это вообще, что это такое? Вы решаете вопрос через какого-то чипа. А если завтра его не будет, то открытых данных у вас не будет? Вот придет другой человек, и что? Как вы будете дальше? Он придет и скажет, кто это? В общем, давайте пока мы вашу смотрели, потому что следующий раз упражнено обычно. Из вашего опыта, насколько этот слайд является для... Просто, если честно, я бы смотрела, отталкивалась от аудитории, и вот будь вы дома заработаете, увидев, что там отдельные люди, ну, то есть отдельный слайд, адвайзеры, окей, то есть что вы еще рассказываете при этом, что? Ну, то есть, что вот этот адвайзер, это он помогает с API верхунером, вот этот вот адвайзер помогает с маркетинговой части Microsoft, там, вот этот адвайзер помогает с сбором фидбэка по... И при партнерстве вот тут Microsoft, Верховная Рада. Отсюда первый слайд. Обычно это же проект социальный, больше направлен. Это проект, да? Ну, я к Пикшоп. Леша, не продавливай. Не, подожди, я качаю, почему не продавливай? Дело в том, что это же консультация с людьми, которые много пичинга знают. И тебе нужен результат какой? Пропиарить адвайзера. Короче говоря, мы должны показать, что вот есть такой-то проект, который позволит в контексте донора резко дропнуть коррумпированную часть земной системы. Вот это хорошо. Что? И вот для этого нужен тот. Вот, и для этого нужен вот этот адвайзер. А вот тот. Да, это важно. Ты его скроешь. То есть, короче, если я наоборот, коррупционер, пришел, оба Щербакова надо убрать. Зараза, помогай. Ще одна штука. Корумпована система. За цього звучало зменшити людям. Як це? Кількість помилок, щоб зменшило. І тут новий факт. Ну, ошибки бувають невиразні. Тобто. Ну, так ти ж об этом нічого не говорив. І це інакший юзкейс виходить. Це виходить, що я буду сидіти і перечитувати документи, їх передивлятися. Це вже інша аудиторія, зовсім інший. Ну, тобто, одне діло, коли ти допомагаєш юристу не совершати ошибки, робиш роботу проще, а інше діло, коли ти перевіряєш роботу юристів, тому що вони могли действовать в чужих інтересах. Не в інтересах. Но это разные вещи. Ну, это не разные проекты, просто это короче. В смысле? Ну, мы на базе цели аудитории. Потому что короче, и месседж. Ну, месседж другой совсем. Знаете, нематериальная ценность вот этого проекта является то, что когда юристы получат такую возможность, все юристы будут действовать лучше. Они обязаны будут. И эту ценность получат граждане 100%. Вот здесь можно даже не было. А вот это вот, если, ну, мое мнение, вытащить этого сюда на первый слайд, это здорово всегда звучит при партнерстве. Microsoft, Верховная Рада и так далее. Не говорят, кто здесь. Если это. Ну, решать главному человеку, который будет печать. Но исходя из наших тоже опыта, я знаю, что вот сюда вот выставляется и на первом слайде три партнерства. Всегда хорошо. Ну, с этим посмотрим. Да, да, это тебе решать. Так, окей, к чему мы пришли? Мы пришли к Думе. Да. Ну, вот здесь как раз идет то предложение по партнерской части. То, что касается... В общем, тут есть два момента. Три. Значит, первое – это взаимодействие с госорганами, которые попадают под влияние типа. Потому что подразумевается именно консульство других стран, там есть. Тобто треба взаємодіяти, треба гроші і треба ще щось, так?
Да, и третье — это scale. То есть это система, в тот момент, когда она уже написана, плюс-минус нетрудно масштабируется на все страны с системами среднего права. Дивись, scale — це входить в підтримку, як на мене. Тобто тут гроші — це одне, підтримка — це інше. Ну, тобто фінансова підтримка і підтримка, там, не знаю, маркетингова. Інформаційна підтримка. Третій, він вибивається з логічного ряду трохи. Тобто, якщо ти будеш говорити, кажеш, від фінансування ми хочемо стільки-то грошей на цей продукт для того, щоб розвиватись далі, плюс вашу підтримку, щоб впроваджувати цю систему. Good. І чому ми далі ти розкладуємо? Сейчас у нас патентный приоритет на страны с Мадридским соглашением, то есть почти на все, что в мире есть. Партнерство резюмируется как раз то, что здесь. И команда резюмируется, собственно говоря, что у вас нет. У нас была только что больше обговорения. Да, за часом, так, да. Скільки? У нас вже пора 46 хвилин якраз, так. Спасибо за внимание, контакт. Добре, дивись, фідбек ми дали паралельно, поки не йшли по цьому всьому. Давайте. Единственное, что я бы более четко сформулировала меседж в начале. Ну, то есть он должен прозвучать так, чтобы мне захотелось тебя выслушать до конца и проникнуться твоей проблемой, твоей болью. Почему ты начал это делать? Ну, как бы вспомни этот момент и пойми, ну, почему, собственно, с чего все началось. Ну, то есть, ты говоришь о каких-то, знаешь, ну, то есть ощущение, будто ты тысячу раз это рассказывал, и вот это лично раз, и юристы теряют концентрацию, делают ошибки. А потом мы рассказали про карантинную историю, что это коррумпированный документ, это совершенно другое. Ну, то есть, вспомни, с чего все началось, ну, то есть, и вот выдай очень четкий, хороший месседж, ну, вначале. Оксана, скажи, ты еще что-то? Я почему, ну, больше ничего не могу додати, я по всех тих слайдах, давай вы заапдейтите эту презентацию, то, что мы еще не сказали, частково, и плюс на слайдах уже покажется, да, как оно выглядит. Очень структурно, понятно. Подивіться, будь ласка, ще наші презентації, там які обов'язково ключові моменти можуть бути, бо у вас ринок тут був пропущений. Ну, не то, що пропущений, але скажімо так, не явно показано. Общее количество и что мы планируем завоевать, какое количество юристов. Да, а вот здесь, вот то, что вы сказали, первое, второе, третье, на чем MVP первое. Это да, я вижу, это очень большую перспективу, когда это будет, ну, я предлагал Косте такой суперусовый, что юридический тест, то есть это новая философия. Как, расскажи, пожалуйста, про вот этого чувака. Кто это? Жаметрия это будет, если что так пошло. Вот, хороший, я говорю, расскажи, там года, которого еще было. Я думаю, что еще народ спитает про це, рассказать. Это уже питание тренда. Почему это плюс? Потому что это новая философия. Опять в его голове такое, что тут плохо. Вот когда тогда этот юрист, он купит это дело, потому что это новая философия. Ты выходишь на это новая религия, это новая философия, юридическая. И вот это, мне кажется, будет супер, потому что вот я уверен из опыта, когда начинают смотреть донор, что если ты концентрируешься на каком-то конкретном человеке, тут уже пахнет такой дыхалом. Да,
да, это добросовестностью. Если один человек в чем-то помогает, а в чем ему интерес? У них другая философия. А здесь новая философия или в том, что вот здесь вот при партнерстве этих людей классная команда, вот, и юристы платят, но выигрывают люди. Правильно получается, что, конечно, это победитель, а уже потом, когда эта система зарабатывает, мы можем пойти на государственные органы, и придется все равно хорошо работать, потому что другие юристы, которые в том числе дают бесплатно, это же социальная направленность проекта, например, мы можем выявить те общественные организации, которые работают на правовой помощи, которые остаются безоплатно, они могут получить какой-то бесплатный, да, кусочек. Це вже, якщо вас питають про вам подальше бачення продукту, все-таки говорите, концентруйтесь. Вот это сказати. Просто є на чому ще сподіватися. А у вас є future projections, як я розумію. Розкажіть про суть, тому що ваш проєкт. Окей, гуд, все. Норм, робіть презентацію. А потім будемо вже дзвонити. А нам туди прямо? У меня не было своего мяча. Я бездомный. Ну идемте, да? Пусть это будет. Чтобы они ушли, как раз, чтобы быть предельно точно. Понимаешь, не менее. Предельно точно. Вот ты показал, вот это сразу все понятно. Первая отличная штука, которая... 100% попадает в область. Ты знаешь первое, второе, третье шаг, исходя из рынка. Прекрасная презентация по структуре, вот я не вижу уже, то есть она еще докрутит. Вот эти мелочи, поверь мне, ты Щербакова, вот сюда посадила, со спроянием комитета на полгерами и так далее. Понимаешь, вот пока мне про Верховную Раду прямо не ответит, я вот такого писать не буду. И не надо, тогда просто выдохнуть. Вот они поставили Intel. Ты знаешь, что там Intel. Microsoft. Microsoft я же. Ну, с Microsoft там проще, там проблем никаких, да. Так а чего его засовывают на центральную? Ну, ты на центральную стадию, может, трошки не будет? Не, просто как логотип не его лично, а Верховный Раду. Я разумею, когда их внизу, там где-то такие спецы посмотрели. Ну, как у монитора посмотрел, они тоже самое внизу. Мы тоже так всегда ставим. То есть, кто идет у нас? Это просто потому, что они правильно заметили, что для донора адвайзера, да, если вот команда адвайзера, раз, два, три, у тебя не помещается, просто на слайд ты хочешь сделать покрупнее команду и скилзы и компетенции, да? Чтобы было видно. Можно сделать как-то, может быть, одним компактным слайдом, что вот, например, там команда внутри, да, вот люди, а они покрывают полностью все, что нужно. Нет, это плохо. Плохо, да. Да, потому что нету личной ответственности. А так, если ты за сектор, тогда это сектор. Да. Ну вот тогда поместить рекомендации поместить. Если так фотография. Не, ну вот так вот она занимает меньше места. Меньше? Да. В общем, существенно. Я тебе говорю, вот этот для донора, вот этот социальный эффект, вспомни, а что ты говорил, платер здесь покупает программу, а эффект тебе. Да, он может быть заплатит, он все равно заплатит, если это платная услуга, он все равно заплатит, но он сократит время, то, что ты сказал, где там еще вот выгодополучатель. То есть у тебя будет... Или ответ на ваш вопрос. Если в рыночной... А вот здесь вот в аудитории какая-то часть получает... Ты зарабатываешь? На самом деле социальную всю историю отдельным слайдом. Не встречу. Встречу с перегружать не надо. Он и так закинут. Лучше между 7 и 8 там social impact. Вот. Да. Social impact тогда отдельный. И лучше в цифрах. То есть посмотреть. Да, потому что сейчас, например, можно посмотреть по ведро, статистику. Сколько сейчас этих офисов открыто по Украине, по Донбассу, правовой безоплатной трудопомощи. Да. Я знаю, что, например, один Харьков и Днепропетровск
история, там тот продукт, куча, стоит за пределами. Как они дают, насколько это уже бизнес тоже может услышать. Но это потенциальный эффект, что там они будут давать лучше при помощи той системы. Студент получит эффект, если он такой четвертого-пятого курса. Студент юрист, да. Юрист, да. Значит, практику проходит. Ну, при текущем функции. Нет, те, которые проходят практику, тут надо быть очень четко. Вот. Это спозиционировать. Потому что те, кто проходят практику, они что-то. Это что, скажем, мы даем социальный склад лучше позиционирование для певного сегменту вузького, на безкоштовно. В чому не знаю? Перевага соціального ефекту. Соціальний ефект донора — це хороша штука. А перевага в тому, що для донора тобі можна, наприклад, Короче говоря, надо показать донору, что вот если это сделать, то мир станет лучше, начнет рождаться больше пенсионеров там. И все об этом узнают. Да, да. Здесь нужно то делать что-либо или проверить. Значит, для этого точно не знаю. Например, там, кнопка на фоне 85. Да? И это будет сделано дело. Может быть, надо функционально кнопку провести. Я сейчас не знаю. Может быть, тут. Или закрытка, миллионники. Какие вот информационные компании. Кроме как пресса. Студенты, юридические комитеты всех собрали, нужно на какие проскочить или хотя бы заехать. Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, 5 городов. С таким туром образовательным. На сайте будет такая, например, штука там онлайн обучение программы. Можно сделать. Можно сделать вебинар, который соберут. Вот для этого нужен грант. Вообще, это информационно-коммуникационная компания по раскрутке. Для этого нужно как? Мы хотим рассказать. Это надо определить. Если так, мы так и делаем. То есть есть. Но именно с турами по городам или. Да, 5 городов основных. Харьков, Одесса. Для этого достаточно сколько? 3 человека хватит поехать. Вот здесь можно расписать это и выйдет 1025. Еще если делать тех самых предиков и образцов программ на диске загружающихся, с диском уже с флешки. Ну, мы так делали просто у компьютерной грамотности бабушек. Мне кажется, с дисками уже не нужно. Устаревшая история, потому что дисководов нет. Ну, скажем так, по-разному. Можно бы навіть зробити новий гид. Про новый. Не, ну новый гид двесики, допустим. Ти розтає така маленька там штучка, ти ставиш собі спокійно з неї ставиш. Даже флешку не ставиш. Це така, скажем, Wi-Fi, ти підключаєш, сразу вкачуєш програму і ти ставиш. Ну це геть таке новий. Я не знаю, з яким воно правильно. З Wi-Fi може бути вопрос інтернету. Десятки прессов, что ты просто подключаешь эту штуку для того, чтобы поставить. Ты флешку, чтобы беспроводную, даже флешку сюда не ставить. То есть это беспроводная флешка, по сути. Это как, это смысл для, не знаю. Как для бренда, для бренда классно. Потому что если вот эти вот штучки, ну как, тут два варианта, да? Если первый, ты заходишь на сайт и скачиваешь лицензию, да?
или ты получаешь вот такую штучку. Ты, ну, где ты ее купил? Понятно. То есть это как значит необычная штука, зато ты... Да, если где ты ее покупаешь, если ты покупаешь в киосках для мобильных телефонов, то это дополнительные расходы на рекламу. Надо же рассказать рынку, что существует такая штука. И это тогда и канал идет через конференции. Это партнерские конференции, выставки и так далее. То есть то, что связано с юридическим делом, любое. То есть у тебя всегда есть стенд, у тебя всегда есть эта штука. И ты всегда есть соорганизатором этого мероприятия. Это офигенный результат. То есть ты прямой напрямую продаешь ее. В руки даешь и продаешь, 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 продаешь. Ну просто я помню, мы делали на больших конференциях по образованию. Продавали, покупали даже на айшоу. Конечно, сразу руки брали. Что ты задумал? Штука. Ой, извините. Блин, классная штучка. Тебе же демо, все это ролик, берешь, все, и чик. А когда ты идешь счетчик, у тебя стопка дел, да, она так и какой-то вторый. Ну, со стопкой дел, в принципе, можно, там это не сильно трудно анимация. Так, а что, да, нет, анимация взагалі. Не, просто, конечно, если полноценную делать, что Леша там предлагал, то там много времени с полным процессом. Ну, мультипликационные... А, тебе ценит свои любви. Да. Ну да, я же вот тут. Ты же сможешь работать. Вася, да, кто это делает? Смысл, что это сейчас будет стоить. А только это. Если задать вам говорить, ребята, мой грант, короче, выделяйте нам это в счет того, что мы поставим вас в рекламу, как мы тоже видео вид продаем. Если нет, то вот это вот снять, взять камеру и снять даже тут офис на своих же приемах. Два чувака, у одного такая гифа. Ну понятно, у другого там такой сидит. Не, одинаковые. А, ну да, мы тебя будем сейчас уметь. Только это же кипит. И показываешь ему вот то, что ты видел, нарисованную штучку. Все просто. Подключи. Где сайт используется? И это самое лучшее. Так, кто? Это продано, продано. Окей. И качаем вот это. Это красивый рассказ. Понимаешь, вот ты ходишь, возьми наушник, возьми этот самый, ходи и рассказывай. Для того, чтобы иметь возможность точно определить свою проблему, точно увидеть, кто сталкивался. Которая решает свою проблему, предлагает вам, которая точно так, как вы хотите. Чтобы сразу затолкнуть и сказать, надо перед столами все рассказывать. Ты перелоти меня. Ну, в принципе, не пробовал. Але воно не вийде так візуально. Тобто зобразити це, що там кінцеві, скажімо, на слайдах настільки все красиво, що нічого не треба робити. Ти просто ходиш і розказуєш історію. Шлях пішов інакше. От, що проблема, що немає такого. Далі. Сидушим, ми створюємо цей... Кремній-кремній, далі не скаву. Пішов уже, тоді курився. Пізнаєте, все добре. Нет, слушай, ну я и не помню. Костя, посмотри, надо изменить, там очень быстро, они 25 минут. Да. Посмотри, вот начало и хотя бы там 5-6 серий, когда они качают этот первый, когда им плечо приносили. Кто из них как? Расскажи историю.
починаєте штрих, що ти придумав, то коли ви будете такого дурака читати, то ти знаєш, що тобі треба зробити супер. Тут вот поставлю тут. Це просто не говорить про зв'язку, тому що зараз презентація буде це сколько рынка. Та ні, ну я ж говорю, це ж не в масштабі нарисовано. По факту ще дві строки йде. Я ж бачив. І сурушку вичитав, так? Кейси. Для того, щоб воно не всегда означає. Ні, це не таблиця. А. 15 кейсів. Там надо думать, как его изобразить, потому что мне фантазии чуть не хватит. Скажем так, у них есть база. Банально. Да, и на самом деле это уже типа достаточная степень искусства, чтобы быть конкурентом. Что также там вирус входит в Лигу и какие-то документы, также он может отсылки идут к... Ну, там отсылки идут изнутри юридических этих законов. Ну, формально, но они руками проставили вот эти ссылки туда. И типа, если ты считаешь, там КПК какой-нибудь, и он ссылается, я не знаю, на какую-то статью из себя же, то ты на эту статью можешь перейти. Но это на сайте вот, или приложении самого, самой приложения. То есть она же история про условно-произвольный документ, который вот... Да. Цьому в цьому основно так скажу, що не треба втрачати час навіть на його класи. Тим більше за мені треба там 10 минут, щоб це тут діяти. Тобто все треба там вот эта часть, которая демонстрационная, то есть если мы получаем ключевую потребитель, да, то есть там будет это будет история, потом ты скажешь, вот здесь совершенно. Кабинет в облако, хранить работают документы, указывать процесс, эти документы, все вводите данные в процессе, система оснащена. Ну, смотрите, это внешний сервис, то есть, но у нас есть API, в котором здесь можно придумать слово. Смотрите, у меня есть секрет, я до сих пор там все команды электронного бизнеса Приватбанк, поэтому он будет а это продукт. Но там миллион так-то уже $30 в месяц. То есть, я пользуюсь не будет потом социальным. Тут можно портфолио больше. Можно делать, исходя из заработка. Там тот Java может скриптов. Частично. Поэтому то есть, это значит, что я в своей системе могу построить. Возможно, здесь вот под любой лод. Дальше точно так же их продолжить. Я могу с мессенджером, я могу с мобильными телефонами интегрировать. Я могу там проводить, например, например, уведомления следующих следующих знаний, если вы в системе зарегистрировали. То есть с точки зрения вот, движка системы, она предоставляет достаточно уровень возможности. На самом деле, аналог прямых. Представляешь себе сколько, например? Сколько листов и каких? Все готово для использования, есть люди, и что мы хотели бы сделать. Действительно, эту задачу мы считаем, что нам необходимо ближайшие месяцы. Ну, это типа жестко, потому что, ну, как бы, конкурентов они, конечно, есть, да, и какая-то у них там история была, с которой которая можно отталкиваться. Но факт в том, что от нее нельзя отталкиваться вообще. На ограниченной группе юристов, адвокатов, центральной работы со статистикой, занимаются правоохранительной деятельностью, с очень целью наполнить систему первой группы дел. Мы бы хотели в течение 3 месяцев загрузили 1000 документов, 1000 дел. На этой базе мы уже посмотрели, показать людям, как их классифицировать, как легко искать, как демонстрировать пользователям. Ну, при текущей истории, самые вот на сейчас, это человек, который проверяет. Это условный, это middle или senior юрист. Где он работает, в какой компании? И если бы у нас были деньги, то мы бы их направляли, ну, то есть мы считаем, что у нас... А, ну, наверное, Юр компания 10 плюс человек. Программное обеспечение, которое мы
приглашаем рынок, то есть не мы инвестируем там около 100 тысяч долларов, оно инвестировано. Нет, знаешь, просто 10 плюс человек это как раз уже тот случай, когда появляется иерархия, в которой есть люди, которые пишут документы, есть человек на более высоком уровне, который их проверяет перед передачей клиента. Да, вот который. Ну, сейчас оно помогает проверять. Соответственно, ты у него. Тот, который пишет, этого функционала еще нет. То есть мы только вот здесь, на слайде 3 мы показываем, что есть и которые еще там предполагается сделать. Но то, что мы можем продать сейчас, это вот как раз для вот этого человека, который проверил. То есть получается, как это правильно называется, партнер, ваши партнеры, да? Ну, не все по-разному как-то их называют. Представление справедливости одинаково во всех странах мира. Больше от личной фантазии компании зависит. А для руководителя это может быть? Наша система будет изучать те же аргументы, почему мы считаем, что действия несправедливы. То есть, скажем так, просто конкретно с пониманием театра, просто скажем, это значит, что система подобного уровня имеет ценность между разными странами. А для ВАК, если это происходит в Америке, нам тоже интересно. Если здесь есть проблемы, нет, это первое же для меня. В первую очередь для верхнего типа пользовательская часть. Хорошо существует, потому что умеет легко менять правящие элиты. Если бы мы не могли менять правящие элиты, тот, который пишет, он с текущим функционалом может в конце проверить, он написал все окей или недостаточно сделал по дороге. Для нас сейчас важно это правило. Тот, который проверяет, полностью покрывает то есть это может быть конечно старший партнер. Разговор о справедливости, то есть он все равно да, старший партнер в руководителе компании тут как-то применим на аргументы, почему мы решаем, что может быть. Да, но это суд, как бы раз уж в контексте дел, то очень важных, которые он сам ведет. Всегда нужно применить. То есть он занимается какой-то часть порядка, если взять. А по сути, то есть право, а не право, это разве? Процентов соответствует. Процентов сколько дел? Ну и что вы хотели сказать? 10-15. Мы не из этого создавали эту систему. Если мы с вами. Нет, но если мы говорим про самого верхнего, да, то там совсем небольшие, типа процентов 2. Ну это и так на самом деле завышенная цифра. Мы считаем, но это если мы говорим, наши решения приводят к усилению юстиции, но то есть, тут то же самое, типа крупные фирмы и маленькие фирмы, это как стартапы, в которых каждый занимается всем. Ну вот хорошо, теперь старший. Тщательно уважаемые конторы, USAID и прочее, то есть тратят в Украине достаточно приличные деньги на совершенствование правосудия, но они их тратят на работу с той системой правосудия, то есть с трудом хочется реформировать. Нет, я не это имел в виду. 2% это те дела вообще из общего скопа компании, которые к нему попадают. А пользоваться он приложением и работать с такими делами в старте. В текущих проектах нам справедливое правосудие в Украине дать какой-то голос и людям, то есть это тоже с этим правосудием. Да, ну как бы все, кто занимается проверкой, о чем поедет. Поэтому мы считаем, что наш проект имеет непосредственно... Примет решение это директор, или старший партнер, или кто еще, или младший партнер. Ну и в заключение, как будет дальше, и старший партнер. Не знаю, но как будет выглядеть наше бизнес-компания. Мы понимаем, что на сегодняшний день... Они не будут зависеть друг от друга, то есть если директор узнает, что есть такая программа, то он сам купит. Это рекомендует старшему и младшему, правильно? Сейчас то есть младшие партнеры, которые пишут. Дело договорено, что все подается. Вот. Потом это все перенаправляется к... Там еще один шаг есть, да? Не знаю, средний, да, который проверяет то, что к ним пришло. Да. Вот, проверяет там где-то. И потом вот это то, что уже проверенное, приходит перед отправкой к клиенту через старшего партнера. Какой-то final check. Вот, и из-за того, что старших партнеров
ощутимо меньше, чем делал. Вот эти вот старшие партнеры зашиваются с теми потоками, с которыми приходится работать. И вот именно поэтому там самый таргет аудитории — это старшие партнеры. Что у них много дел, надо как-то оперативно разгребать их, чтобы не пропустить при этом. Я уже даже компания, Юра отдела компании. То есть сходили из сущности там 365 тысяч. Из них старших вот этих партнеров. Тут мы проговорили, да, что лозунг можно трошки изменить, я получу каждая компания, поэтому старшим партнером 360 тысяч, это на рынке Украины. Вот у тебя, значит, должно быть какой-то мусорительный, весь рынок 365. Ну, я ты берешь старших партнеров, типа так сходу трудно сказать, наверное, 1020. 20 тысяч? Ну так, на скидку, знаешь, тяжело, что хорошо. Хорошо, вот тогда сюда мы получили 20 тысяч, весь рынок. И какая, значит, у тебя за 3 месяца возьмешь 200 процентов? 10% рынка. I'm sorry. Я не верю, то есть это я человек гость. Я не люблю долго сидеть и смотреть. Я считаю, что нужно брать и пробовать. Нету другого. Вот персональные данные, это точно не анализируют. Ну, первый разработка. Первый. То есть там приватность данных, это задача, это не проблема. Ну, то есть надо деанонимизировать все. Ну, то есть любые данные, которые там лежат, надо убирать. То есть, я уже сегодня не пользовался основным банком. Все данные конкретно лица, которые это стало, будут оттуда изъяты. То есть останутся только юридические лица. То есть, эта программа исключенные, там, замалеванные, возьмет там, за 3 месяца? То есть, это фамилия. То есть, для тела не важно. Да. Не важно фамилия человека. То есть, это, но это надо сказать, что в этом задержанном тестировании действительно 3 месяца нужно. Что вам получится? Все отлично. Следующий. У меня нет никакого. То есть, у меня нет ни малейшего сомнения в отношении того, что с точки зрения юзабилити юриста, этот продукт, то есть лучше, люди к нему приезжают. Я прошел уже несколько итераций, несколько вариантов, несколько компаний. Я под ключ внедрил. С одной стороны, может быть, половина, потому что опасная штука. Я вижу, что происходит с человеком, когда он привыкает пользоваться нет, это уже зависит от канала. Понимаешь, на конференции, если вот 22 апреля, это отлично, если есть уже готовый личный человек. Ну понятно, я хочу показывать, а не просто там берем прямо зараз забираем на тест. Ну нет, то есть он просто расходится дальше, ну, скажем так. Одна дорожка уже из через это самое. В общем, все уже рекламно. Нет, так если теоретично, если он это оценкнули, то на следующем месте, конечно, может быть, 25 хочешь. Чего же нет? Все, значит, вот. Значит, рынок 20 тысяч. Понимаешь, что тут, наверное, надо смотреть очень аккуратно, в том смысле, что часть людей с адвокатской лицензией, которые в бизнесе, они совпадают вот это. Нет, другие группы, это 20 тысяч. Вообще весь рынок у тебя вот. Ты его можешь как раз красиво, я не знаю, как лучше, или тогда диаграммой показывать, что у тебя вот эти вот нотариусы 6,5, чтобы было видно большим, да? Ну, смотри, я понимаю, что на много вот этих 20 тысяч стартов. Я знаю другие истории, тоже здесь второй бизнес, наша доля. Никто не спрашивал, никто не спрашивал. Доля никакого наша доля. Пока он не стал вмещаться на телевизор, не стоит терять 500 долларов. До тех пор никому не нужен был телевизор. 20 тысяч, что равняется до 200. Давайте мы поймем, что манипуляция стоит. Сколько будет она стоить? Ну, это нам дает нижнюю планку. Ну, то есть, вот, например, компьютерная программа, да, сейчас она стоит 110-140 рублей. Рынок? 15 рублей.
Стоит одна программа, нам надо узнать для себя и исходя из этого уже закидывать. Ну да, потому что обновления идут. Тут уже, скажем, как новый концепт подходит к Microsoft, подходит до Microsoft. Ну не то, что там купляешь там новую версию каждый раз, когда оплачиваешь подписку, и там лично та же самая. Тебе треба заморачиваться, там оповідать, там шесть всякую штуку. Так, подписочка. Ну, не хочешь, будь ласка. Ну, не треба, не хочешь, вони бачать. Ну, чаще, що це за при продаже 200 франков. А затраты? Тоже хорошо, да, потому что надо включать вот все, что конечно, происходило на промежутке. Конечно, включать единицу времени одного человека дизайнера, сколько он работал. Вставлять в Word, но не для мобильного? Да. Ну, в принципе, теоретично планшет, но пока что это взагалі не вглядається. Ну, типа, надо быть очень... ограничивается одним действием. Вот ты говоришь, у тебя уже есть пока. У тебя уже есть продукт, который уже 22 конференция. Вот он, ты показываешь на более новый. С этой штучкой, разделив 50 на 12 месяцев, мы получаем столько-то. До речі, і ще мій король, коли десь там ще хтось СІА, він ще вийшов точку в серед. І воно для мене вийшло. Хороша ціна. Плачив з'явився, ого, а звідки вже на самолізації? Послуги чи сам Пайт, а хто буде? Пайт буде з міністерства, ще Мін'юз. Це ваше господин посол для управління юстиції. Посольство США в Украине. Надеюсь, это не очень дорогая программа. На 4 доллара это... Поверили, ну как же. Вот это все вот от промо. Ну, в принципе, да, тебе надо уже там допилять, чтобы сразу, так скажем, даже презентационную версию можно было. Ну да. Все. То есть, вот подписка, у тебя цена вопроса. 4 доллара в месяц. И даже не говоришь, что это 50. 99. Может и маркетинг. А может быть и 60. На это самое, то есть по большому счету, извините. Эти старшие партнеры, чуваки, которые зарабатывают неплохие бабки. Да? То давайте на конкуренторе посчитаем, может им по списку только лига стоит. Лига стоит. А знаешь, там типа такие в месяц? Ну там 860 это базовый yes. вариант, да? Ну типа тут надо исходить из 400 где-то гривен. Потому что... Вот,
ну, типа для крупных компаний. Сходите с 400 начала. А функционал у нее вот такого функционала нет. Знаешь, в контексте линии нам надо убедить людей, что вот такого функционала там нет, мы с этим просто. А сложная часть убедить, что тот функционал, который там есть, а у нас нет, и ему не нужен. $5.8 в месяц, если не можно было 90 давить или 90 давить. Тоже, конечно, круто. На говорение. Ну да, понимаешь, когда раскручивается... Там уже $8. Там $7. 7, 8.25. А, 8.25. И умножить на 220 гривны в месяц. Ну, с одной дешевше делим, причем в два раза. А даже лиги, конечно, между ними пока что соревноваться. Ну и нормально, поэтому и продукт пока дешевле. Вот. А работаем денег будет больше. То есть, по большому счету, для... Ну, в принципе, можно такие подходы работать, да, потом, не знаю, в том плане, типа, когда, допустим, кто зараз подключится, подальше с функционалом, будет по таким, допустим, ну, там цена не так сильно зависится. То есть будет свирить на скидках, рабочего там, допустим, уже пользуется на IPO. Ну, типа, чтобы заставить их куплять сейчас, а не ждать, пока там, скажем, будет какая-то конкурентная лига. Причем, воно типа, по-дальшему понятно, что вы уже вперед по цене. Потому что буде щось. А якщо ви підключитесь зараз, допустим, то там вам буде свирить там скидка на 30% подальше. Ну да, вот это, в принципе, такой момент тут на лекциях был, что некоторые компании просто фиксируют цену, если ты подключаешься, и после этого не соскакиваешь. Тогда ты можешь прикинуть себе крутой цену, если ты можешь прикинуть себе крутой цену. Если ты что ты делаешь вот так, ну, в смысле, тут подключился, ты подключился вот этот конкретный момент, это где-то в начале, да? То платы там за рейтинг. Вот, и там вот 222, да? И вот ты пока пользуешься вот этим всем, пока продлеваешь подписку, не первый, да? Ты платишь по 222. Угу. Вот, а если ты... Да, остальные платят уже по той цене, ну, как раз. То есть это как раз, да, то есть это в финансовой модели, то есть у тебя акции... Завалишь сразу. Акция начинает действовать с первого мая. Подключившись в этот чек, за 90 или, например, 69-90 с 1 июля по 1 июля. Нет, знаешь, вот тут вот к датам, но как-то просто 1 и все. Ну вот. Ну да, сейчас получаешь по такой-то стоимости. По сути, в момент, когда появляется вот следующий пакет функционала. А вы его получаете даже за такой самый. Да, то есть у вас цена остается прежней, а для остальных она растет. Ну, всякий свой рынок, так я позиционирую, что вы у нас инвестуете зараз, значит, дружки больше. Просто, значит, мы же функционал трошки не знаем, часто, ну, как это, конечно, возникало. Але, значит, у нас инвестуете, и вы себе инвестиции свои купаете. Потому что, если подальше функционал сложнее, для остальных он дорогий, для вас он там по той самой цене. Ну, получаешь себе на шару получаешь по сути. Когда эта цена будет зависеть от Нужна будет. Мы зараз фідбек попередній команді і вже підготуємося. Собой. В любом случае, надо будет просматривать и совмещать с некоторые из этих функций. Классно, все я на самом деле очень доволен. Эту кратность смотреть, что дойдет.
я хотел тебя попросить сигарету. Да, да. Ну, обратная связь это какой-то аналитик. Юристами. Потому что это должен быть постоянное общение с человеком. Директор, он представительскую функцию. Ну, еще есть замдиректор. Ты заболел немножко, не дай бог, то кто-то должен. Ну, секретарь не вытягивает секретарем. Замдир. И этот самый аутсорс, менторинг. То есть где-то один год надо отслеживать. Это менторский договор запрещается. Нужно отслеживать, как реализуется финансовый модель, как реализуется бизнес-модель, чтобы ты никуда вдруг не ушел. Например, написано делать так. Раз, все, окей, все, пошло, все нормально. Бросили это, реклама нам не нужна, хоп, уехал вниз. Знаешь, типа, такое бывает очень часто. У нас было так тоже по этому поводу когортный анализ, потому что на самом деле можно и бросить рекламу в другом месте, сделать improvement и получится это эффективнее. Быть, надо должен быть, главное аргументировать. Нет, план по рекламе, потому что это и принимается он тогда, когда он может быть гибким. Ну, понимаешь, Леша, я в сторону того, что типа, не упираться в какие-то фиксированные рамки, а каждое действие аргументировать. Если эта аргументация не работает, действие отметать. Ты замахаешься. Да, должна быть бизнес-модель. Да. Сразу же в бизнес-модели у тебя вырисовываются, например, ключевые каналы коммуникации с твоей целевой аудиторией. И ты выписываешь все ключевые и туда смотришь, что нужно. Здесь какой месседж. Если это пресса отраслевая, да, журналы конкретные, да, специализированные, здесь, например, ты пишешь «Мне план» один раз по статье. Все, это у тебя написано. Кто пишет статью? Ну, классно, пишет статью, все. Сколько это стоит? Закончится же издание. Ага, окей, все, написал. Знаешь, это же тебе нужно здорово там потом сказать, вернее, учить, что ты. Ну, Леша, я понимаю, что ты, но я в сторону того, что, например, тоже бывает с контекстной рекламой и всем подобным. Это же вопрос целесообразности. Я про контекстную рекламу вообще не говорю сейчас. Я имею в виду еще про контент-менеджер, который... Нет, с контент-менеджером, типа, контекстная реклама, если она нужна где-то на каких-то конкретных, то это надо... Ну, какая-то реклама складновато, где есть четко выражение рынок. Только, ну, скажем, вот так, а реклама больше на массовые. Только вот уже как-то так рекламу бы схватило направленную рекламу. Да, это не так. Надо, я спрашивал, по IP-шнику нельзя показать. В чем это? В смысле? Что мешает Google рекламу? Хай себе показывают. Ты оплачиваешь только за показы и за клики. Не, ну я там говорил, что гугловская реклама не позволяет в фильтрах использовать... Типа не показывать тем, кому не треба? Ну, знаешь... Ну, короче говоря, настолько таргетированного вы нельзя. Ну, хиба что свою таргетную систему, это, блин, вообще жесть. Это было бы дуже, знаешь, дуже целенаправлена реклама. Ну да, показали 100 людям. Ти сьогодні приходиш, о, я бачив прикольну утилітку, да, забуваєш гулі, тобі зразу купи, навіть не питає. Це було б ефектно. Занадто спеціалізовано. Ну, звучить як ще один стартап. Може, не будемо. А? Окей, все нормально. Позиционирую. Здесь.
новую философию, которая помогает. Не, Леша, уже слишком много слов. Люди это вообще ничего не утепают. Они пришли, это еще мы будем не первыми, то они не такие немножко, как придушенная рыба, и надо им... А, все, ну пишет все? Конечно.